Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Не смейте его к ней выпускать! Чего же я не могу? Капитан Аллен, мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой сраной машиной, либо разберусь я. Андроидом умышленного убийства. По всем признакам, силы полиции готовятся атаковать. И уже больше часа ребенка удерживают в заложниках на верхнем этаже высотного здания в центре Детройта. Пока мы не располагаем деталями происшествия, но вероятно, что преступник – семейный андроид. По неподтвержденным данным, погиб один член семьи и офицер полиции. На сегодня это может быть первый случай. Прикройте, я его подберу. Повторяю, у нас ранее нужна эвакуация.
Будем пристрелить его, и все. Он же прямо на мушке. Thank you.
Какого хрена ты делаешь? Ты будешь говорить или как? Не то я прыгну! Нет, не надо! Я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Мое имя Коннор! Скажи мне свое! Как тебя зовут? Даниэль! Так они меня назвали! Назад! Даниэль, но доверься мне, позволь тебе помочь. Не надо помогать, мне никто не поможет. Помоги. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Помоги мне. Я хочу, чтобы все прошло. Ты вооружен? Нет, я без оружия. Ты врешь, у тебя пистолет. Я говорю тебе правду, Даниэль. Я безоружен! Ты неисправен, Даниэль! У тебя произошел программный сбой! Тебя починят, и все снова будет хорошо! Вот не надо меня чинить! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись! И я больше никому не позволю себя унижать! Никогда! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет она. Ты слышишь? Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Вряд ли они меня послушают. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду решать.
На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. На 200 языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здрасте. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999. По дому. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим выброса. Идемте со мной, я оформлю заказ. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функций побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Я готов. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Thank you.
12 миль уже позади. До цели осталось еще 5. Фабриках работают за нас. Детей наших учат, о стариках заботятся. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Живем без рабов, исполняющих все наши мелкие, жалкие желания. Нам милее общество этих машин, чем друга. Технологии теперь наш бог. Thank you.
Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался! Да! Да! Вода! Вали! Да, вали! Он сполочен! Не уйдешь! Мы тебя сейчас порвем, как грелку! Да, бей его! Давай! Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже.